Добро пожаловать на канал HardReset.info. Перед нами устройство Sony Xperia C5. Сейчас я вам покажу, как на этом устройстве изменить дату и время. Открываем приложение «Настройки», спускаемся вниз, выбираем «Дату и время», отключаем автоматическую дату и время, нажимаем «Настроить дату», настраиваем ту дату, которая нам нужна, тот год, который нам нужен. И время устанавливаем тоже то, которое нам нужно. Например, сначала первое выставляем, то есть, например, пускай будет 21, а потом второе 25. 24, хорошо. Все, 21-24. Время изменено, дата изменена. Что ж, на этом, пожалуй, все. Так, у меня 14, давайте, чтобы для наглядности 17 установим. Вот. На этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.